Лавка закрыта, я хотел вот свечку поставить. Прямо. Прямо. Едем, едем, едем. Едем, да? Сектор 13. Ну опять же, тоже надо. Может быть это право надо. Вот мы прямо на них и вышли. Угу. Положили. Стою. И цветочки тут вообще горелые уже, конечно. Ну, в общем, короче говоря, вот эту оградку надо покрасить. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Это Новороссийск, городское кладбище Кабахаха. Вот так, такое название странное оно носит. И сегодня здесь мы находимся на могилах дочерей атамана Григория Михайловича Семенова. Здесь похоронены две его дочери, Елена и Татьяна. А приехали мы сюда с внучатым племянником атамана Семенова Никитой Михайловичем Семеновым, с которым я познакомился в 2013 году. И сегодня мы здесь сейчас приведем могилы в порядок. Да, вот кто бы знал, что придется вот так вот побывать здесь. Вот так вот сводит судьба у нас история с такими именами. Вопрос такой, что вот ориентируйте дороги, церковь и дороги.